В Иванове готовится к открытию третий по счету многофункциональный центр. Расположится он здесь, в этом здании на улице Куконковых. Помещение для МФЦ уже выкуплено в муниципальную собственность. Косметический ремонт сделан, приобретены мебель и оборудование. Однако дата открытия центра пока неизвестна. Здание еще не оборудовано охраной. Но как только это произойдет, МФЦ откроет свои двери для посетителей. В исполнении указа президента, постановления правительства о расширении сети МФЦ, о приближении, обеспечении шаговой доступности граждан нашего города к услугам муниципальным, государственным, значит, было принято решение расширить нашу сеть, и мы здесь открываем наш отдел приема и выдачи документов. Он у нас будет называться «Ленинский». Здесь будет 12 рабочих мест с оказанием на сегодняшний день 76 услуг. В дальнейшем количество услуг будет увеличиваться и где-то будет более 100.